Доброе утро, друзья. Сегодня у нас второй день выставки. Сейчас я покажу, что сегодня будет нового, чем сегодняшний день выставки будет отличаться. Сейчас поставлю свет и будем выходить. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stop. Yeah, I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it, often hated. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel your shit. Пока вот есть минутка, можно записать, в принципе, свои впечатления от второго дня выставки. Сегодня я уже подготовился более основательно, взял с собой целую команду, так сказать, скажем так, целую команду помощников, которые помогали мне угощать посетителей этого стенда. Всякие там вкусняшки были. В принципе, сегодня получился более продуктивный день, чем вчера. Намного большее количество новых знакомств. Но скажу, это реально тяжело. Реально тяжело вот к концу выставки. Уже просто ты устаешь, наверное, даже больше, чем когда работаешь в стоматологии. Очень много сил и энергии тратишь на общение, вообще на какую-то организацию. Такие вот впечатления, такие вот эмоции. Круто, интересно, тяжело, я бы сказал. Именно эффективно участвовать в выставке тяжело. Но это в любом случае интересный опыт. Завтра у нас финальный третий день. И напоминаю, что в 12 часов дня я собираю всех желающих на своем стенде. Это линия А, блок номер 12, зона отдыха. Собираю всех желающих пообщаться, познакомиться. Я вот даже взял... Я даже взял специальный микрофон для завтрашнего выступления. Вот такой вот нашел микрофон. Вроде он немножко усиливает голос, поэтому я думаю, что меня завтра будет слышно чуть лучше, чем я говорю просто так, да? Завтра в 12 часов дня приходите, собирайтесь все, у кого есть какие-то вопросы ко мне. Будет именно диалог. Плюс я расскажу немного про построение личного бренда врача-стоматолога, на что нужно сделать упор в нынешних реалиях развития социальных сетей, вообще интернета. Расскажу про офлайн-методы привлечения внимания, да, и про онлайн. То есть как создать личный бренд и в интернете, и за пределами его. Потому что здесь на выставке я, по сути, единственный ютубер, который именно пришел показать, что у него вот есть канал. То есть из онлайна пришел в офлайн, я бы так сказал.
чтобы зацепить эту аудиторию, которая не видела меня в онлайне, но которая здесь на выставке, и по отзывам людей есть большой интерес к моему стенду, к моему проекту. То есть нужно совмещать онлайн и офлайн. Вот что я понял. Вот. Так, у нас здесь еще один пассажир в кадре появился. В общем, всех, кто хочет завтра... В общем, всех, кто хочет завтра поговорить про создание личного бренда и позадавать мне вопросы, да и просто провести хорошо, приятное время, приглашаю завтра всех в 12 часов дня на стенд номер 12. Линия А, зал номер 8. Это основной зал. Здесь всего два зала. Зал 7, зал 8. Вот зал 8 – это, как бы считается, основной зал, где собраны самые крупные бренды. Вот я нахожусь по линии А, 12-й блок. 12-й блок. Завтра я все расставлю, все подготовлю. Приходите, пообщаемся, пофотографируемся. Я думаю, получится довольно интересное общение. Надеюсь, все это сейчас я записывал, и микрофон у меня был включен. Всем спасибо большое за внимание, за просмотр. Вот такие эмоции. Вот такие эмоции второго дня. Круто, супер насыщенно, но, честно говоря, я уже подустал. Я понял, что не просто так крупные компании приглашают на работу, на выставку большое количество людей, потому что это реально сложно. То есть нужно, пока ты общаешься с одним человеком, нужно встречать второго человека, там собирать контакты с третьего, угощать четвертого и условно зазывать пятого, да? То есть вот целый комплекс мероприятий, которые нужно проводить, чтобы эффективно отработать выставку. И, конечно, одному или вдвоем это сделать сложно. Конечно, моя дочь сегодня старалась, но все-таки это еще не те масштабы, не тот уровень, и физически просто это сделать нереально. Интересная такая заметка для себя подготовки к следующим выставкам, как более эффективно провести это время. Вот мне несут микрофон к завтрашнему выступлению. Сейчас даже давайте проверим. Раз, раз, раз. В общем, завтра 12 часов дня. Жду всех на этом стенде. Это стенд номер 12. Зона отдыха, зал 8 по линии А. Завтра 12 часов, приходите, все пообщаемся, пофоткаемся и круто проведем время. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. До завтра. Пока-пока.